Ну что, господа, товарищи космонавты, всех приветствую, мы на инопланетной планете, и сегодня мы попытаемся взобраться вот на эту чертову гору и в это неведомое строение инопланетного происхождения, так что сегодня у нас карт-бланш на все. Нашел небольшую лазейку, смотри, и там огнёв горит. Короче, при помощи нашего батута мы могли туда перепрыгнуть, но я воспользуюсь нашим джетпаком, вот так. И попробуем пролезть. У-у-у-у, банька! Банька! Попарим сейчас с тобой. Подненький вылезем. Да что там происходит? Ты видишь? Там инопланетяне, что ли? Что это? Так. Нам туда надо пробраться так, чтобы меня не поджарили, не сделали из меня котлеточки гриль. Чё? Где-то я видел. Подожди, тут камень. Вот он, камень. Прыгаем на него. Хорошо, что дальше? Дальше, мне кажется, вон на тот камень надо прыгнуть. Но он ушел. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я не хочу быть курицей, гриль. А здесь есть какие-нибудь другие варианты туда пробраться? Короче, я понял. Нужно действовать быстро. Значит, прыгаем сюда. Кидаем. Тихо-тихо-тихо, не так. Твою ж налево. Ай-яй, горячо. Капец. Привет, дружище. Значит, после твоей смерти я идеала твоего клона, который хранит воспоминания. Слушай, не думай слишком много об этом. Наша биопич точно на 99,1%. Так что пока ты не умрешь еще 49 раз, все пучком. Капец. Вот это я исп... Вырубите этот телепокер! Капец, я так обосрался, меня заживо сожгло в лаве. Так, ладно, возвращаемся. Я хочу еще раз попробовать это ощущение. Температура окружающей среды 27 градусов. Ты еще, наверное, скажешь, ты что, наркоман, еще раз в лаве захотел сгореть? Не, надо пробраться. Я, в принципе, понимаю, как там, что нужно сделать, так что мы сейчас это по-быстренькому... Чпиньк-пиньк, и все путем. Я почему-то именно сейчас вспомнил про челлендж «Пол — это лава». Почему именно сейчас? Хм, странно. Так, начинаем действовать. Значит, сейчас появится платформа. Мы на нее сразу же прыгаем. Так. Теперь кидаем, бежим. О, тихо, она уходит. Запрыгиваем. Есть! Получилось. Все оказалось не так-то уж и сложно. А что за сферка? Давай возьмем. Инопланетный сплав. Все понятно. Сейчас леща дадим. Я не то сделал. Руда! Я даю тебе леща. Углерод мы получили. Можно отсюда улепетывать. А, нет, подожди, тут кокон еще какой-то есть. Что там? А, это попрыгайки. Потрясающий. Эти семена похожи от ракушечного растения, что мы видели недавно. Интересно, на чем они растут? Что за семена? Подожди. Где эти семена? Вот они, эти семена. И что они делают? Блин, главное не просрать этот лепесток, вот о чем я думаю. Кидай туда. Странно. Хорошо, давай вот сюда кинем. Да блин, он опять все... Есть еще кокон? Есть, отлично. Вот я... Друг мой трехлепестковый, что с тобой делать-то нужно? Шиш его знает, что делать с этими растениями. Может быть, сюда кидануть? Не, нифига. Надо попробовать на других животных. Ну, наше время пришло, пора отсюда свалить. Я бегу. Тихо, платформа. Ай, обжегся, на пяточки. А, котлетками запахло. А, отлично. Так, все, улепятываю отсюда. Как ниндзя, пробираясь сквозь эти... Фух, вовремя остановился. Хотел сказать, как ниндзя, пробираясь сквозь щели. В общем, вроде бы здесь мы все сделали. У нас здесь все пучком. У меня полные карманы инопланетной всякой живности. Смотри, интересные штуки. Тут написано, что эти ракушки просят зацепное семя. Дай им то, что они там хотят. У меня зацепное семя есть, кажется. Да педрало до меня, как использовать эту штуку. Так, вот, кидаем. Оу! Вон оно чё. Блин, бесполезная фигня, пока у меня все равно трос нет, а черт побери, вот только говнецо в руке есть. Может, мы попробуем с тобой как-нибудь достать вот это вот желе тухлое? Так, запрыгиваем на камушек. Есть. А теперь немножечко подпрыгиваем. О, блин. Есть! Кажется, я сожрал. Вернулся я, короче, в то место.
где нам было не пройти без нашего реактивного ранца. Но так как он у нас теперь есть, нам все по боку. Мы спокойно здесь пробираемся. Еще меня здесь страшно смущают вот эти звуки и рычания. Так, теперь нам нужно разбегзить. Бежим, 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 бежим. О, есть, перепрыгнули. Шикардос. Че, секрет поблизости? Какой секрет? Где секрет? Наверное, он там наверху. Давай мы сделаем, знаешь как? Вот сюда вот кидаем вот эту попрыгунку. Значит, берем разбег. Не-не-не-не-не-не-не-не. Что-то я не подрасчитал силу. Черт, придется заново разбираться. Кстати, а как насчет пульнуть нашей ультрапукалкой вот сюда? Прям в пасть ему сейчас зарядим. Есть заряд. Огонь! Такое ощущение, как будто я ему просто пукнул в рожу. Так, этот батут нафиг, он нам тут не сдался. Я больше не буду жертвовать своими ногами. Нам нужно просто взять и перепрыгнуть вон туда. Надеюсь, ранцем не хватит. Есть! Где-то здесь есть секреточка. Мне кажется, вот она. Вот она, эта секреточка. Смотри, сколько там гроба вылилось. Ой-ой-ёшеньки, они сейчас обожрутся, опердятся. Вам столько нельзя есть. Дай-ка возьму гробик. Ребят, как насчет подойти вам к тому вентилятору? Не хотите прогуляться? Кидаем прямо ему вот тут сюда вот. Ребят, ну-ка, фас! Во-во-во-во-во! Это было сочно. Получилось. Слушай, мне нравится. Скорми еще одну. Да он захлопнулся, как я скормлю. Он отсерился от страха. Почему, когда они едят вот этот гроб, они не пердят? Тут бы столько углерода было, это капец. О! Огненное дерево? Или это расщелина? Обнаружена область. Спокойная расщелина безмятежности. Интересное название. Секретики всякие. Растения новые, интересные, любопытные. Хотя нет. Отсканить я их не могу. Значит, не любопытные. Давай-ка лучше мы сканернем вон ту расщелину. Что это такое вообще? Это треснувшая стена. Да перестань ты. Ну, я что, по буквам должна сказать, что нужно здесь сделать? Эта каменная стена с трещиной уязвима для взрывчатки, как, впрочем, и многие другие вещи. Может, без взрывчатки обойдемся? Моя мега-пукалка здесь хоть пригодится? Огонь! Как щитом отбило. В общем, с этими расщелинами шутки плохи. Еще один пропеллер нашел. Как бы нам его доставить туда? Блин, да меня только сейчас доперло как. Твою ж налево, надо было раньше этим пользоваться. Короче, нам нужен просто батутик. Батутик вот сюда кидаем. Я думаю, получится. Теперь берем гроб и кидаем гроб на батут. Ой, блин, не так. Он сюда подошел, отлично. Давай сделаем... А так, он должен побежать наискосок, прыгнуть на батут и залететь прямо в фаршировку. Давай. Давай, птенец, я в тебя верю. Попердывай. Красава! Все, свершилось, все получилось. Надо будет вернуться в начало и то же самое проделать. А теперь пришло время сожрать инопланетное яйцо. О, да. И дать леща, что это? И дать леща кремнию. Короче, по-быстренькому сгонял, гробчика взял. Давайте, ребята, шустрее, шустрее, времени нет. Let's go! Спасибки. Спасибки, что пожертвовали своей жизнью для того, чтобы я открыл двери. Что у нас тут есть? Нюхаем. Лопим травушку. Ага, нашел яйцо еще одно. Закалываем. Чуть не блюанул, блин. А, какая же тошнотная фигня. Смотри, что нашел. Бомбящее дерево. Надо взять. И куда бомбануть, кидануть? Давай вон туда гинем. В логово. Оу. О! Телепорт. Телепорт, телепорт, телепорт. Быстрее к нему. Бежим, бежим, бежим. Еще и минеральчики тут есть. А это что за фигня? Оу, 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 тихо, назад. Она иголками пуляет. Надо ее отсканить. Дикобах. Защита встречает нападение. Нападение встречает шипы. Шипы встречает твое лицо.
Попробую выстрелить в сердце, когда панцирь открывается. Хорошо, сейчас так и сделаю. Давай, 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 приоткройся. Приоткройся, малышечка. Нацелюсь. И контакт есть. Расфигарил эту бомбах штуку. Слава богу, она не расцарапала мое лицо своими иголками. Вроде бы здесь больше ничего нету. Цветочки занюхнем. А, какой аромат. Божечки. Ого, метеорит упал. Тихо. Сколько их тут? Сколько вас тут, а? Вы что, офигели, что ли? Западню мне тут решили устроить. Там какие-то блётные фонтаны сверху. Давай уже. Ну же, открывайся. Эй, чокер-покер. Блин, я попадаю ему в панцирь. Чёрт возьми. Готовчик. Всех истребил. Один остался. Это что за фигня там происходит вообще? Это что там за технологии? Это там робот? Ёшки-матрёшки, как... А, не, это какая-то инопланетная живность. Это точно не какие-то технологии. Ладно, пойдем, короче, телепортик активируем. Здорово, шарамба. Все, ништяк. Телепорт активирован. Пойдем залезем в горочку, глянем, что там. Именно отсюда где-то доносятся звуки страшные. О! Любопытненько. Как орех. Совсем как кешью. Могу поспорить, ты не знаешь, что такое кешью. Растут на конце здоровенных, уродливых плодов. Можно съесть? Прострелить нельзя, значит нельзя есть. Так, кто нас здесь ждет? Дополнительный бонус твоего новенького реактивного ланца – это использование его для горизонтальных перемещений, чтобы вернуться от твари. Чего? Кто это такой здоровый? А, на меня уже нападают, пока я читал. Твою ж налево. Некоторых существ можно убить только стреляя по определенным уязвимым местам. Который иногда раскрывается, если избегать определенных атак. Все понятно, я уехал. Оно, кстати, охраняет инопланетный материал. Смотри, вон, хвост, надо в хвост стрелять. Оу! Она еще и камни швыряет. Ты че, кунг-фу знаешь? Есть, попал. Так, я забыл, что у меня есть нитро, которое вот так вот я могу делать, как в матрице. Я застрял. Черт возьми, черт! Капец, как ты так меня ловишь, а? Заряжаем мега-пукалку. Я готов. А! Развернись, а? Пупсик, развернись. А если я прыгну просто вовремя? Так, есть контакт. На те! Размозжил его хвость тяру. Что за дела? Еще один сейчас вылезет, что ли? Да сколько вас здесь? Двое? Попрыгай. Быстрее. Надо ствол зарядить. У меня здоровья маловато, где наркота? Наркота. О, да. Готов. Сейчас сидишь на всю инопланетную сидим. Знаешь, что у него надо взять? Взять у него пробы ДНК. Поближе сейчас попробуем подойти. Блин, началось опять. Есть! Взяли пробу ДНК. Заряжаем ствол. Нужна мега-пуколка. Что-то я ее просрал. Твою ж налево. Фух, в какой-то веке увернулся. Готов! У него осталось чуть-чуть на хвосте этих светящихся штук. А, куснул меня. Тополинский. Ха-ха, промахнулся. Черт, побери, быстрее. Готов! Все сдохли. Один я остался. Замечательно. И этот цветочек распустился. Еще один инопланетный сплав. Фига себе. Спасибо тебе, бро. Я думал, я допрыгну. Ну чё, пришло время сходить вон туда, к блюющим этим цветкам, и посмотреть, что же там. Чем же они блюют и из-за чего, в принципе? Какие тут фонтаны. А, погоди, так это же... Похожий чувак. Пропеллеры, чё они блюют-то? Вы чё? Вам чё, плохо, что ли? Так, погоди.
Не, бесполезняк, это не работает. Хорошо. Значит, действуем по тактике. Фу, чуть не прилетел. Приобливаем, хотел сказать. Преодолеваем блевотный барьер. Все спокойненько, все шикарненько. Перебрались. Есть тайнички. Здесь можно забраться. Здесь есть дорожечка. О, углерод. Зашибись. Да, паркурить придется много. Опа. Все, мы вернулись на позишн. Блин, а что ты будешь делать-то? Короче, челлендж на скорость. Давайте по-быстренькому. Пропрыгаем всю эту фигню. Блевотную. Попытка номер три. А, в меня блевотой попали. Так, кажется, получилось. Я пробрался. Я молодец, я красавчик. Значит, теперь залететь надо наверх. Все, мы... Капец, как высоко мы взбираемся, а? Куда дальше-то? Есть вариант вон туда запрыгнуть еще? Тут есть что-нибудь любопытненького? Может быть и есть. Есть, конечно же. Так, куда дальше? Походу туда. Ну все, это финалочка. От Седова уже только наверх. О, пещерочки. Обожаю пещерочки. Где я могу пролезть? Что тут у нас? А, тут зацепер. Зацепа у нас, к сожалению, нету. Воу. Тихонечко пробегаем. Ух, сколько здесь всякого интересного. Это что такое? Ничего интересного, это у меня уже было. Коваем яйцо. Как насчет взять образец ДНК у наших вот этих блевотных тварей? А, не достать. Понятно. Нельзя взять. Ну, тогда берем кремний и валим отсюда. Забрались почти на самую верхушку. Почти, еще чуть-чуть осталось. Совсем маляхочка. Главное не просерить наш момент и не попасть в блевотную лаву. Все. Есть! Мы пробрались. Инопланетный жемчуг нас встречает, типа как победный кубок. Берем гроб. Главное самому в гроб не завалиться. И валим дальше. Ух ты, сколько здесь всякого любопытного. Мне кажется, что дальше я уже сам не проберусь. Угу, как высоко. Зашибись. Ну что, я, в принципе, дальше-то и не знаю, что делать. Походу, надо возвращаться, да? Давай немножечко вот так вот прыгнем. Ага, там проход точно нет. Здесь пещерок и лазеек тоже нет. В общем, я сюда, походу, лез именно за инопланетным сплавом. Как бы туда можно забраться, но у меня нет зацепа. Короче, пиши в комментариях, как мне найти зацеп, где мне найти материал, который позволит мне сделать его. А на сегодня это все. Хватит с меня приключений. Мы победили трех животинок каких-то непонятных, я даже не успел их осканить. Если тебе нравится эта игруха, из тебя лайкос, комментос, под видос и, конечно, подписочки, если ты еще не подписан. А я с тобой прощаюсь, пока. Увидимся в следующем видео.